Всем привет, ребят. Короче, сижу я тут уже, наверное, полчаса щелкаю эти коробки. Думаю, чей буду просто так щелкать, запишу вам сразу же обзорчик, если будем долго выбивать для Огника новый талант по талантам. И расскажу так вкратце по талантам, что на сегодня актуально. Итак, слил я уже дофига ремок, за это можете поставить лайк. Ремок 15 ушло, надеюсь, они к вам придут. Говорю, огненная защита, каменная кожа. Талант вроде и актуален, но ИСО лучше, чем он. Подходит для героев, которые у вас танки. Баст универсален для всех героев, только кроме тех, у кого он там встроенный. Бог войны на сегодня реально это самая печаль по урону, что не может быть атакующего таланта, но если вы без донат, можете лепить его смело кому подходит. Ремка на сегодня актуальная при прокачке на девятку, дает еще дополнительно урон, вследствие чего нам приходится перекачивать героев. Ажива была актуальна для нескольких героев, актуальна теперь для большинства героев, потому что при прокачке на девятку, опять же, если вы донат, она будет, герой будет оживать не один раз, а два. Ожог – это однозначно ронин для битвы гильдий. Рвение – атакующий талант на атаку и на деф. Плюс одна клетка к атаке. Не всем героям подходит плюс одна клетка. Не понимайте, что он у вас сразу же будет бить. Там идет округление. Есть видосы, можете посмотреть. Но герой неплох для многих героев. Говорю, герой, талант, я уже заговорился, уже слил около 200 коробок. Честно скажу, у меня такое впечатление, что нам этот талант не упадет. Раскол. Раскол я, кстати, сейчас тестирую на героях. На архидемона. Поэтому делаем вот так вот. Многие там скажут, вот вообще уже с ума сошел. Ну, это китайка, в принципе. Я хочу вам заснять видосик интересный, думаю, познавательный для многих. В скором времени вы его увидите. Если не здесь, то на английском быстрее будет. Но это чисто так, ради теста сейчас качается все. Такс. Поехали дальше. В общем, талант для архи очень-очень хорош. Корка. Чем хорош талант? Забирает энергию героя, но на сегодня не актуален. Но очень хорош на танках. Тяжелый удар, дополнительный удар и стан на архидемона на химку, если у вас нету либо раскола, либо талантов смотрителя. Замедление дает дополнительный удар, этого не написано в описаниях, но когда оно срабатывает, дополнительный удар плюс замедляет неплохо на разных боссов. Просвет для увеличения опыта героя. СУ не особо актуально, увеличение атаки в несколько раз, ну то есть самого удара. Бег – это бег Королева. Саморазрушение вообще забудьте, можете ставить на доп, а гнев тоже можете ставить, в принципе, на доп. Опять ремка, опять с вас лайк, побежали дальше. Обнова реально кайфовая, куча новых талантов. Ну как куча, два таланта новых мы сегодня словили, и причем так нормально. Но тут, как видите, нам придется немножко потрешивать. Не знаю, сколько на это времени уйдет, но я надеюсь, что я получу это. Вот этот талант, запомните, это самый имбовый талант для тыковки на сегодня. Опять же, у нас каждую обнову все меняется, он увеличивает отхил и набор энергии. Также для некоторых героев он тоже неплох рунами, увеличивает отхил. Вот это вот огненная защита, самый имбовый талант на сегодня, опять же, для танков. Отражает плюс понижает входящий урон. Плюс на девятке дает отхил дополнительный. То есть тоже очень актуальный талант. Если вам интересно уже посмотреть непосредственно, какие герои, я вам не рассказываю за героя, потому что это будет очень долго. Можете найти плейлист на канале по талантам, по героям. Куча разных обзоров. Больше, чем у меня, вы, наверное, нигде не найдете обзоров. Можете найти с разными сборками. Что непонятно, можете написать в комментах. Дойду до вас, посмотрю. Если интересно будет, сделаю. Берс актуален для тыквы был, но Вадушка, которую мы еще, к сожалению, не словили, и исцеление, которое я показал, и еще изворотливость есть, мы его тоже пролистали, надеюсь, оно выпадет более
скажем так, круче. Талантик Бравлера, это смотрителя, один из топовых, дает дополнительно удар по фракции, бьет, так как у нас герои фракционные, против другой фракции имеет преимущество. Так, ярость станет, можно ставить на допа, особо толку у вас не будет от этого таланта. Так, ну давайте уже. Я уже, честно говоря, замахался. Поэтому помучайтесь вместе со мной. Железная воля. Возможно, что-то полезное для себя узнаете. Обалденнейший талант на подземке, на PvP локации против стана. И не дает забирать энергию. То есть на битвы гильдий неплохо рунами заходит. Очень-очень-очень хорош. Если надо слить юнитов. Например, тем же самым Нубис. Ракушка отражает 100% урона с неким процентом. Честно скажу, фигня. Надеюсь, на английском сервере либо продавать будут. О, пакт. Талантик самый топовый на урон до сегодняшнего дня. Если новый талант сработает, то он больше будет давать урона. Но пак дает 150% к атаке все время, но понижает деф. Актуален для героев на PvP локации, таких как, например, Фрея, там заоблачный. Для многих героев, но учитывайте то, что даже тот же самый Анубис с бастом будет круче, чем с пактом, потому что он не будет так сливаться, это основное, он будет более универсальным. Так как на басте дается жизнь плюс КП. Такс, let's go. Ну, бог войны, понятно, все. Ой, я забыл, как этот талант называется, честно, вылетело. Короче, ставьте его доп и забудьте о нем. Это не талант. Утекание. Актуален талант на Махатму, на Черепа, на Фрею, на битву гильдий. Дает возможность удара, именно с удара, восстановить жизнь героя. Многие из талантов, многие не знают, они блокируются либо смотрителям, по-моему, все блокируются. Многие блокируются героями, поэтому некоторые таланты не блокируются, это пассивные, скажем так. Ой, это разбросик. Дает возможность забрать энергию у героя именно тоже с руки, но если у вас будет девятка прокачана, автоматом будет сниматься с нескольких героев. Нормальный процент на PvP локации, очень крутой талант, один на один тоже крутой, если зацепится один на один, то это может быть надолго, если два героя, например, с такими талантами, пока друг друга не сольют. Либо тот, у кого больше отхила, тот победит. Такс. Ну, видите, вот так вот, ребята, я мучаюсь ради того, чтобы сделать вам контент. Грубая сила атакующего плана увеличивает крит урон. Скажу сразу, лучше рунами ставить. Таланта можете не ставить, особо разницы не увидите, только когда герой критует. Но он очень крут к пакту. Ставите к пакту, с герой будет просто выносить. Так, ну что у нас? Финишная прямая, 97 коробок. Я надеюсь, мы закончим. Хоть что-то вытащим. Если нет, то будете ждать дальше. Продолжение следует. Так, бег понятно. То есть, как видите, в основном разнообразные талантики падают, но некоторые очень часто повторяются. Вот. Берс в последнее время не особо падает. А вот ремки, я не знаю, ремки очень часто падают. Если раньше там, то с давних времен смотрит, мы выбивали их, потом мы их сливали. Тяжело было вообще ремку выловить раньше, это было просто мега. То сейчас талантами, скажем так, ты никого не удивишь, они продаются. Вот, вот так вот выглядит изворотливость. Дает дополнительное уклонение процентуальное, плюс набор энергии при получении урона. То есть для тыковки, для героев некоторых, оно реально неплохое, но это не имбовый талант. Вот опять ремка. Такс, вот видите, как я провожу свое свободное время. Ищу таланты.
Знаете, был бы такой автокликер-бот, поставил нужный талант, и он щелкает, щелкает, пока не найдет. Вот это надо будет на английском сервере. Потому что там вот как тут не получится, там нереально много ресурсов и возможностей. Тут, конечно, не столько, но все равно мы здесь сегодня два талантика вытащили. Я надеюсь, на третий. Потому что надо, надо, надо. Уже досмотреть полностью все. Смотрю там по голосованию. Три четверти думают, что новый талант. И вот сразу он нам приходит. Вот так вот, ребятушки. Вот так вот батька ролит новые таланты. В общем, можете меня поздравить. Только сказали. Вот многие думают, что этот талант топовый Ронину. Я думаю, к этому моменту вы уже увидите обзор на Ронина. И реально этот талант не всем заходит, но таким героям, думаю, как Окнику должен зайти. В общем, такие вот, ребятушки, дела у нас. Обязательно ставьте лайк. Подписочку, если у вас ее нет. И приятного просмотра следующего видоса. Ждите имбу. Я сейчас, конечно же, прокачаю, вас побалую. Опа. Опа, 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 опа. Это будет жопа. Пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосиков, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.